Эй, Мальборо! Да ты в конце концов научишься связываться с теми, с кем имеет смысл связываться. Нужно вначале все обдумывать, понимаешь? Это ты у нас думаешь, Харли, а я лично, для меня главное уцелеть. Где тебя черти носили? Куда пропал? Чинил мотоциклы. Жил в одной дыре на окраине Далласа. 2 года, что ли? Да, я думал, что... 2 года думал? Да, я о жизни думал. Это на тебя похоже, Харли. Ты слишком много думаешь. Старик, я ненавижу этот город, терпеть не могу. Ну что поделаешь? Родина, отчизна. Опять ты все сначала. Нет, Харли, нельзя столько думать. Я столько не думаю. Ну, ты у меня единственная родня, Мальборо. Никого больше, кроме тебя, у меня нет. Очень даже жаль. Да, я думал, у меня будет семья с Дженни Энн. Но женятся другие, не такие, как я. Это точно. Аминь. А вот скажи, ты никогда не задавался вопросом, не будет ли потом лучше? Да, каждый день даюсь этот вопрос. Да нет, но не в том смысле. А в том смысле, что... Ну, может, иначе будет. Ты что, говоришь про рай, что ли? Нет, ну я... Про то, что вот Бог, понимаешь? Ты что, в религию ударился, что ли? Нет, старик, я не в том смысле. Но ты вот подумай, представь себе, а если действительно есть рай и есть Бог... Я бы очень хотел познакомиться с ним и потусоваться с этим стариком, пошататься там вот, в раю. Со мной ты до Бога не доберешься. Я знаю, если я отдам концы, у меня нет никакого желания потом еще оправдываться за то, что я в этой жизни делал.